Молодец, так держать.
Не позволяй Иосифу запудрить тебе мозги. Берегись на его провокации. На твоем месте я бы держался подальше от Иосифа Сида. Я слышал выстрел! Помогите!
Ваш не заслуживал смерти. Мне сейчас не до этого. Вижу его! О, боже, на помощь! Кто-нибудь, на помощь! Thank you.
Придется сильно постараться, чтобы заслужить мое доверие. Верно. Иосиф, гораздо врать. Будь осторожнее. Ну, привет.
Снова захватили водопой. Теперь там их лучшие бойцы. Будь осторожнее. Thank you.
Какого хрена мы тут делаем? Будь поосторожней, сыночку. Салют. Паренек Иосифа, такой мерзкий, да? Ходячее подтверждение того, что детей нужно обязательно учить отрываться. Блейд таких не будет. Поверить не могу, раз проделал такой путь только чтобы... Только вот пчел трогать не надо! Ты часто об этом говоришь. Thank you.
Ты меня оставь мне. Ты знаешь, я о чем. Я думал, что уже не боюсь, нет. Как бы не так. Надо еще не последний раз уже. Нужно избавиться от рейдеров. Пока здесь трутся эти психи у вас, смерть может наказать людей. Без тебя мы не смогли бы восстановить процессы, которые...
карточку отечества. Проверь снарягу и вперед. Покажи им, кто тут главный. А когда заберешь груз, я за тобой вернусь. До скорого. Thank you.
найдешь припасы, сообщу по рации место встречи. Только снарягу проверить не забудь. Удачи! Начинать с нуля, а?
Эй, когда жизнь бьет ключом, а? Почему она там бьет? С тобой. Сообщу по рации место встречи. Только снарягу проверить не забудь. Удачи! Знатно, наверное, тут все расхерачило, когда он упал. Что-то мне здесь не нравится. Пойду я. Кто-то украл нашу снарягу! Шевелитесь!
когти! Просто зверь! Рад, что ты на нашей стороне!